лошади, лошади. Смотрите, какой жеребенок интересный. Не знаю, сейчас приближу. Такая порода какая-то прикольная. Он как пони, но это не пони, это просто жеребенок такой обросший. Смотрите, какой волосатый. Обалдеть. Ну еще просто не полиняли нормально после зимы лошади. Немножко уменьшим. Поэтому вот как-то так. Я думаю, скоро должны полинять, вылежаться, и все будет хорошо. И будут красивые, приятные. Вон кобылка одна, вторая кобылка. Вон аккуратные, чистенькие. А эти не вылинены, надо чесать. Конюху надо сказать, чтобы вычесал нормально. А то не смотрят за ними. Вот такая тема, ребята. Всем удачи, всего хорошего.